Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня на тестах у нас комплект вентиляторов от компании Deepcool, это CF120+. Вентиляторы недорогие относительно, за 3 вентилятора просят 3800 рублей. При этом тут есть контроллер и ряд интересных решений. Упакованы они в коробку с изображением, собственно, и подробной информацией по характеристикам. Комплект включает винты для фиксации в корпусе, на радиатор винтов нет. Хаб для линии подсветки, хаб вентиляторов, контроллер подсветки, руководство пульс или гарантийный талон. Это вентиляторы типа размера 120 мм, рамка из пластика черного цвета, ушки крепления с расположенным под углом плоскостями. Есть прорезиненные накладки в местах крепления, снижающие вибрацию при фиксации на стенке корпуса или радиаторе системы жидкостного охлаждения. Крыльчатка выполнена из полупрозрачного пластика, выполняющего функцию светорассеивания. При работе подсветка заполняет всю площадь вентилятора, за исключением рамок. Отличием этой версии стало наличие кольцевой подсветки, она есть сверху и снизу. От каждого Deepcool CF120+ идут по два кабеля, один отвечает за управление и работу подсветки, второй за вращение и регулировки скорости. Для удобства монтажа в комплекте предусмотрели два отдельных разветвителя под каждый тип разъема. В хабе под подсветку доступны 5 гнезд, то есть можно будет подключить еще 2 вентилятора. Далее он в свою очередь подключается к кабелю с 5-вольтовым ARGB для подключения к материнской плате или через комплектный контроллер с набором клавиш для переключения эффектов. Он в свою очередь запитывается от SATA линии блока питания. Минусом такого способа является сложность доступа к блоку управления в закрытом корпусе. Вариант с подключением к материнской плате оптимален, позволяя не только получить удобный способ управления, но и синхронизацию. Оснащается гидродинамическим подшипником, скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту, воздушный поток 52,5. Данный вентилятор можно использовать как корпусный, так и для монтажа на радиатор жидкостного охлаждения. Мы проводили замеры шума на расстоянии 40 см в диапазоне от 500 до 1300 оборотов примерно, они достаточно тихие, но если уже дальше повышать, то начинается уже заметный шум, и он возрастает примерно до 42-45 дБ. Как итог, Deepcool CF120+, при сравнении с высокой стоимостью, предлагает высокую производительность и низкий уровень шума на начальных и средних оборотах. Ключевой особенностью этого набора стала адресная подсветка с возможностью синхронизации. Комплектный контроллер для независимого управления эффектами, антивибрационной накладки не устроить может заметное повышение шума при выходе на максимальные обороты. С удовольствием обсудим с вами Deepcool CF120+. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.